Начну выпуск с главного события минувших выходных – праздника Светлой Пасхи. Сотни горожан провели ночь с субботы на воскресенье в церквях на торжественном богослужении. В эту пасхальную ночь в Никольском храме в Березниках было многолюдно. Вместе с родителями в храм пришли и самые маленькие горожане. В воздухе ощущалась атмосфера радости и душевного тепла. Никто же доплачет при грешении, прощение бо от гроба воссия. Никто же да убоится смерти, свободи нас, спаса во смерть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. И на Твоей виновен, воистину воскресе.